Привет, с вами сегодня Роза. Вы помните меня? Я просто с вами делала вот такую причесочку. Называется рыбий хвост. А теперь мы сегодня сделаем вот такую понятную прическу. Сначала мы берем лаки. Лаки у нас будет мазаться на хвосте. Берем мы первый лак. Это будет розовый, вот такой. Как вы видите, я сразу вам покажу. Оп, упал. А теперь мы будем раскрасывать. Сейчас постелить. А давайте мы сначала хвост понясывай с тесом. Вот такой хвостёсочкой. А теперь мы должны разделить её. Вот так вот. А теперь мы здесь вот. Вот. Мы сделали. Запоминайте каждые шаги, прически, потому что может у вас не получиться, если вы не запомните один хоть шаг. Вот это, вот такой лак. Еще возьму, Бэй называется. И сам оранжевого цвета. Вот так. Закрываем наш лак. Вот. А вы помните, что я вам рассказывала, что на крысочке есть розы? Ну вот. Два цвета одноцветного. И это, знаете, кто это? Твайлайтс, потому что у нее такое знак отличия. Но у вас цветка неправильная и сама формочка чуть-чуть неправильная. Мы берем вот такие блестки синие. Мапунжи. Как вы видите, там наклейка мапунжи. Мы берем такую штучку и раскрасываем вот этой стороной. И мы будем еще делать на лицо какую-то... Ну, макияж мы будем делать. Мы будем макияж делать. И вот так, вот так, вот так. Помните, спрашивайте у взрослых,
можно ли вам краситься, потому что нужно очень аккуратно быть косметикой. Ну вот, я полностью вас красил. А теперь давайте мы другой цвет выберем. Вот такой. Называется, видите, наклейка? И это спящие красавицы. Берем стороной, где блестки синие. А этой стороной мы вот здесь синие делаем. Вот здесь вот. Этой стороной вот так красим тени. Тени это вот здесь вот так. Вот видите, моей Fairy Wings. Так, берем такую сторону. Вот. А теперь мы глаза будем красить. Возьмем цвет. Закрываем нашу коробочку блесок и убираем такую штучку. Заканчиваем макияж вот этим блесками, такую штучку ложим сюда. И помните, эту штучку нужно мыть. Ложим сюда, вот сюда. А хотите поставим? И еще лайки мы должны положить по местам своим. Наша карета. Здесь есть зеркальце. Саму я нашу карету хочу показать. Вот здесь, наверное, открывается, не знаю. Вот здесь зеркальце. Вот здесь что-то написано. Не знаю, принцесса, не принцесса. Вот. Бабочка, закрывалка, чтобы нашу карету закрывать, не закрывать. Еще вот такая сумочка. Это, кажется, сумочка. Вот, видите, карета. Здесь есть окошечко и такая красивая штучка. Наверху. Это, вот, видите, как будто такой зеленый. Апельсин. Теперь мы берем пудры.